два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я смотрю, что не маленький поезд, мы стараемся меньше, чем в полосе, да? Сейчас куртку снимите и еще брюки снимите. Приготовили. Сейчас. А что вы хотите, чтобы я вас... Все, давайте, можете знать. Я что, мама вам? За 10 секунд. Мать Тереза вам? За 5. Снимай. Давайте. Снимай. Приготовились. Сейчас я проверю. Так. Ок, смотри. Все. Да, правильно. 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 Так, а тебе нет. Ты можешь идти домой.
Иди сюда. Иди сюда. Вот сюда. Встань. Иди сюда. Иди сюда. Кто? Матея. Значит, внимание сюда. Видите, сколько людей, да? Я не могу каждому делать то, что он хочет. Если вы пришли на тренировку, я тренер. Все, что тренер. Думаю, Юрий тоже тренер. То есть мы втроем. Наш слово закон. Сказали, сделали. То есть нет, у вас не должно быть такого. Я хочу, я не хочу. Мы сказали, вы сделали. Вот когда вы после того, как сделали, вы можете после тренировки подойти, сказать, Сергей Анатольевич, вот я хотел бы то-то, то-то и то-то. Я вас очень прошу. Потому что я не люблю. Вот видите, да, призер Олимпийских игр по борьбе с дзюдо. За 4 года я бы не сделал ни одного замечания. За 5. Я сказал, Сережа, 100 бросков. Поклонился, пошел сделал. Сережа, борешься здесь. Вы тренируетесь одну тренировку, он две тренировался. Две подряд. Когда была разминка, второй тренировки, он отдыхал, я ему сделал место, он мне в тренерской отдыхал. 20 минут, потом выходил, разминался, дальше работал. Я говорю, Сережа, с ним борешься, он борется. Сережа, с ним борешься, борется. Сережа, 50 бросков, подхват. Он все делал. Поэтому я прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не сплачь. Все, хорошо, пошли разминаемся. Хорошо, хорошо, пошли. Что делаем? Скакалка. Раз. Два.